Владимир. Да. А, ты не снимал? Так. Короче, минус 4400 я буду топ-хай. Купил, хорошо? Кто? Да ты пойдешь делать? 4400. 400, да. Уфолог 10 и бета-тестер тоже 10. Кофе быстро замуч. А, иди. Так, Женя, шнурки, сколько у тебя ДСов есть? На данный момент 15. 15. Есть у кого еще скинуться? У меня есть 4, это 19, будет еще 6 ДСов надо. Ну, у меня есть штуки 3-4, но мне с возвратом. Да, будет с возвратом. Я тут потом подаю. Прямо сейчас нужно? У меня просто на пале лежат. Нет, не сейчас. Сейчас АПК все равно будет в душу, парни. Не шлем собирать. Женя, только ты делаешь эту пушку не ПВП-сной, а ПВЕ... Ой, да, не ПВП-сной, а ПВЕ-сной. Непонятно. А что я там ставлю ПВП-сной? Ну, откуда я знаю? Я нравится, короче, чтобы трошубить. Быстрее сдохнуть и телепортироваться. Молельный проклят. Ой, молельный проклят. Подъем смертоносного. Черепной вал. Точно. Черепной вал. И всех весь трэш будем гладить. Стал всего 4 нова 5. Так, Маш, кинь тоже туда 1 ДС. Это получается у тебя, Женя, сколько? 3, не Женя, Коля, 3, да? 7. У тебя 15, ты сказал. Или сколько? 15. Это 19. Маш, 1 ДС. Еще 1 ДС нужен. Есть у кого-нибудь? Нет, кинь мне, Машка, мне. Ну, если не жалко, дашь пар, я тебе потом повозвращаю вам все. Тогда на следующий. А, да, Коля здесь. Все, пошли. А, сколько? Один. Один. Да. Это ты, Лера? Не-не, не проиграй. Этот тоже убьем. Лучше всех убить. Давай. Коля, нажми сейф. Один Марухич или только. Джипси, если что, тоже. Двух минутки отдайте. Быстрее. Да вообще бурсты отдайте. Они, если что, там станется, теряются. Это 100% из-за этих забагалось. Нет, они вон дальше стоят. Вон. Я имею в виду из-за этих мобов. Ну, не факт, что из-за именно этих, но вообще из-за этой пачки, которая на этом этаже постоянно из-за нее падает. В ГБ не теряйте. Кините мне, либо можете по почте прислать, если желаете. Да, вон хилят стоят. Стопудово они. Сейчас мы грани пособираем людям, дальше будем крафтить там, может, через может, дайте роу какой-нибудь и... масбаф почекать. Есть так, комбат или нет? Все, отлично, нет. Возле профа нету. Слышь, а вы сможете сумануть меня до принцов? Ну, туда, я зачарю пуху. Мы сейчас все к профу сумму. Иди, к профу идем. А, точно, к профу идем. Я и забыл. Понял. Сука, я сижу и думаю, на 10% меткости, то если упадет колба, то это будет пиздец. Станешь еще метче. Паш, буревестник, ты тут? 100 метки глаз, блядь. Он говорит, что у него подлагивает. Тут был. Кусяло, если кто в рейд пойдет. Тут, Юра? Да, слышь, сейчас захожу. Да. Потом разберемся. Вначале на горе и закрыть, а потом разберемся. Не ранее.
Саня, шептуны тут-то, тут-то. Нет. Здесь. Вань, прыгни с Хапава на этого босса. Без шептуны еще. Ладно. Давай, этот... Враска тут? Или на Йоме Враска какой-нибудь два? Я тут, что? Все, иди в рейд вместо Сацуны пока на этого босса. Смотри, всех. Да к чего она, заходи. Апокава, Полинора, бета-тестера. Да к чего она уже может заходить. Вань, у тебя есть помощник, поставь метки по этому, по рейнже. Что у меня? Оставить сюда. Сейчас, подожди. Угу. Спасибо. Смонти Кусяву, Апокалипсис, Враску. Бля, поставьте сюда миску. Я забагался. Сейчас, сейчас, Ваня. Я тоже забагался. Сейчас, приводный. Давай. Люди приходили, у меня коты просто сразу убегают, прячутся. Один только вылез. Вообще боятся людей чули. У кого эти спидер-маски, да? У меня социальной нету. Сейчас я зайду, дам. Давай. У меня есть 4 кнопки обмен, дай. Чипов поставь. Я уже возле... Иван, куда еще? Подожди 5 секунд. Поставьте рыбу, буду есть пока. Подожди 5 секунд. Подо мной. Лунка, чё? Да. Так чего, ну тут джанг, заходи в рейд. Не сиди, заходи. Так чего, он ушёл. Куда там? А, дроутер работает. Так, что я там пока не нужен, ходил. Ну, да типа похуй кто, джанг, либо ты. Ну, пускай заходи. Ну, его тоже пока нет, заходи давай. Хорошо. Кто быстрее зайдет из вас, тот пойдет. Давай. Через дэшники бегают за мной всегда. Сумонти, Женька, и будем начинать. Андрюха, ты тут? Уфолог. Да. Ты будешь в кукле. Вначале в трусы РДшники становимся. Бегают за мной. Готовность на пол. Чего не хватает, Враска? А всего. Дайте ребаф по Враске. Каску дайте по ДК. Ай, по друида дайте тоже каски. Нихуя. Да, Сацун отошел, а он каски давал. Так что разберитесь, кто каски дает. Я дам. И призрак из тобой. Еще раз готовность. Припоты на первой секунде. Коля, пуляешь тоже на первой. На свой пуль. Ваня, готов? Отлично. По ССам эмобой на 4 кнопки и Будрева на Ваню. Ой, на Вакате. Первый отдаст Вакате, Боб. Не Боб, Диван. Смотрите, колба скоро будет вылетать. Приготовьте, выбегать. Полетело, перебежали РДшники. Я опять подумал, что это три, не это лужа, блядь. Нет, говорю, куда.
Подошли все в одну точку. Зеленого свечнулись. Мелики к разверстникам подбежали, никто не бежит пока. Сбежались к черепу. Сбежались к квадрату камней именно все. Черепу добили. Хорошо. Играем по профу. 5%. Давайте переводим. Нормально. Не плюй, не плюй сразу. Не плюй, да, Андрей. Нормально. Он не успеет выбрать цель. Успел. Так, кто там скибиди занял, старайся убегать, и за ним будет тоже. Сейчас. Играем все по-красному. Только милики пока не бегите сразу. Чуть не успеем. Беги. Эмобой. Смотри, все летит к пельмени. Примерно в квадрат. Аккуратно. Добьем красного. И в квадрат станем. Все. Все, все в квадратик. Все. Вернулись в квадрат. Свичнулись зеленого. Блять, подбегите к Женьку. Женек, что ты там делал, блин? К РДДшникам бегите сразу. Стоим, нас откинет, успеет откинуть. Все, сбежались к квадратику, ко мне именно. Добили. И опять в квадрат перебежали. РДшники сразу в красного свикнули. Скоро полетит, пельмени полетят. Перебежали в трусы. Войд побежал. Старайся к профу бежать. Только не через колбы. Чуть левее РДшники. Мелики свичнулись у красного. Йо-йо, сори, мой косяк был. Играем по профу, играем, стоим в этом квадрате. Перебежали в печеньку, в трусы, быстрее, 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 быстрее. Только часть левая часть. Сбегались. К черепу сбежались. Коля, отдай массей. Ваня. Отдавай. Бля, извинёк, что ты бежишь раньше времени. Забили. И в трусы перебежали. Лечить пельмени аккуратно, смотрите. Милеш, залей Иннер по скибиди. Кусява по Войду. Маша, можешь по себе. По красному сыграли, скоро будут пельмени. Аккуратно. Колбы перебежали в квадрат. Когда полетят пельмени, перебежали левые все. Вернулись в квадрат и играем по красному. Бить все будет? И каст уже был, блядь, алло, свичитесь нормально. Милики, кто к вам подбегает, сразу свичите. Перебежали в трусы. Зеленого бей. Дошли, милики. Сука, минус ЕП, да, блядь. Минус ЕП. Тут черт ты туда побежал, бежали к этому, к РДДшникам. Есть встать? Если есть, встанет. После откидывания. Добили. Давай. Трусы перебежали. Играем по пропу. Вставай, если есть, бэтик. Перебежали в квадрат. РДшники. Маска, дай ему БР. Дай ему БР. Или бафло сразу. Так, миленький, пойдете потом сразу в красного. Чуть вперед пробегите.
Выберется цель, мин, типа все бить красного, а потом переводим пропа. Пропа не трогайте, все красного бьют. Нужно быстрее добить. Перебежали все правее немножко, пельмени летят. В трусы. 1% перевели босса. Все. РДшники сейчас все квадрату ко мне. Дрюха хорош. Это херово. Ну типа хоть как-то. Доты тикают. Ну то... Доты исчезают. Проценты просто так у него снимаются, наверное. Доты исчезают, сейчас опять надо наставить. РДшники все в квадрат подошли. Первая даст диван в Акате. Скажешь, Коля, когда 4 стака будет. Перебежали немножко в сторону. РДшники. И на пути миликов не стоим никогда. Сейчас пельмени будут. Отбежим просто назад. Отбежали. Пельмени летят в эту точку. Назад просто. Кучнее станьте, пожалуйста. Чтобы летел. 4 стака. Забирай, Андрюха, бокатик вставай. Сразу да рибаху. Нет у меня СС. Блядь, Милет, дай ему БР. Выбежали РДшники назад. Рибасните в вакате. Закастуйте СС на 4 кнопки. А назад отбежали чуть-чуть. Если мне по 3 стакнут, мы добьем все. Надо никаких СС. Да давай, мы. Надежнее сыграем. Ладно, стак типа 3 и добьем. Ну, не подмажем. РДшники немножко назад отбегите, чтобы уже просто будет лететь, мало времени. Забирай, забирай, забирай. Отбежали, на скимыгу летит. Угу. Добили босса. Дайте еще одну геру для вакати. Сколько ему. Сможешь обойти 6 стаков соло прохилил, я уверен. Хуй. 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 Блядь, иди ты нахуй, где толкины, блядь? Там медведя, ёбаный ты шашлык. Да выпадут ещё, Андрюха, чё ты? Главное, что ты с нами. А, ну, Петя, ты хуй сказал про колбу или хуй не так хуй? Надо в первый рейд всё собрать. Или ты двойной хуй сказал, Пётр? Просто хуй, ничего не падает. Это случай жизни. И то есть скоро не выпадет? Чё ты мне где-то шмотер дал, я не напомню. Ну, блядь, потому что ты бача. Пойду скидывать тебе. Давай. А Тарасковок упал или нет? Если нет, то могу быть я. Я же сказал хуй. А, ну так я поэтому и спрашивал. Ты хуй сказал на колбу или на осколок? Всё остальное мне похуй. Я понял. Он меня, блядь, этот, details вообще в хлам. 10 НП по мейну пока что. Чмэга 10, раз, два, только три, у него 4, это 4. А. Да, он и первый токен забирал тоже. Справедливо. Он в ММе играет? Не знаю, у него 4, это 4 и все. Отними датчику бета-тестеру 300. Уже. А, так Сурви не носится Т4, это хуйня. Тогда ЕПСТИ. Полинор 200. 300 Марухич. Раз. Два. Финиш обмен. Да. Токен на локов, там локи потели токен сильно. Так, там обой. Ты что за один забрал? Ты говорил, тебе один нужен. Чтоб такого не было. Че там по инцы никому не надо? Подожди пока. Давай на лок
ЕП-шки 10, тогда эмобой на офспек. Сколько шар? Кто дальше уже? Вакати 100. Раз, два, кидай мне. Кому там вакати 100? Да, вакати 100 и Полинору, по-моему, 300. Ой, не Полинору, подожди, так. Лучше кто-то не отнял. Марухичу 300. Дальше-то. Рука. Тоже 10 ИП на ПВП там может, по-моему. Раз, два, три. Сейчас скину диски на распыл. Так, Женек, тебе с этого босса ничего не надо, да? Сацуна или дуру? Все, тогда лопнись, чтоб вас контикала, Сацуна засмонит. Вместо меня возьми кого-нибудь. Наверное... Тебе надо уходить? Да. Тоже? Ну тогда, Женек, оставайся. Че, проф убили? А. Да, Ваня, уходи. Ну все, в рейде. Мы сейчас на кого идем? Нет. На кровь? На кровь, да. Ну профи, как всегда, вот говна. Колбы не было, да? Аня, ты уходишь, чай кикаю? Да, сейчас добьем. Так, теперь Гламур, Ваксар, Джанг, Наеми, Буревестник. Либо в дис отписывайте, либо в игре. Если нет, тоже кикну. Изморский тоже, смотри, может, лут нужен. Саня, можно еще на замене? Ну, ты здесь? Можно. Да, я еще здесь. О. Ган, Гламур. Дексиона здесь был. Да. Ваксар, короче, Гламур, Джанг, Буревестник. Вот эти люди должны сказать что-нибудь. Или написать. Что я должна сказать? А, ну что ты здесь? И просто так не получилось. Когда уходите, бывайте скорее. Саш, я тоже тут, но у меня еще я тебе в ЛС написал. Окей. Поднимите вагону. Нет, просто ты подтвердил, что ты здесь, то есть на крайняк, что мы не можем тяжести, то есть тоже отказываем тоже. Просто ИП получаешь за это, или то, что ты здесь. Я тоже. Сейчас будем так делать. Кто не будет отвечать, то тыкать будем. Наеми, хочешь в рейд попасть? Заебал. Ты заебал, дохнуть. Все, блядь, я сдаюсь. Больше фидики. Дайте ему БР, быстрее, у кого свободный. Андрюха, дай ему, чтобы души не убивал. Не, ну пока с Марсезом никто не сравнится. Три раза просто. Сходил на корабли, чувак. Не, ну красиво. Это лидер этой недели, человек. Какое-то название Калич есть, можно на неделю ему дать. Самый глупый спирт Дарвина. Если кто сейчас... Да ты, я слышал, Дан. Короче, этот... Сейчас идем на принцов. Кому надо, тоже прессуйте там. Мне не надо, но я бы прям буквально пропустил бы принцов, Саш. Ну, типа, если тебе надо уйти, Женя, не вопрос. Да мне не уйти, мне надо покушать, я, блядь, с утра ничего не ел. Ну, так хочешь, пойди поесть, я Данка возьму, Полинора спекну. Данк, давай, заходи в рейд. На этом, как на других боссах, я уже зайду. Мне надо перекусить по-быстрому. Вот Данк, не выходи либо Дексиона, ну, по очереди давайте. Вот, потом ты в раз кому-нибудь.
Да меня нечестно вообще выдернули. Ты кого, вместо кого меня взял? Хорошо, Дексиона, заходи, и Данг, заходите оба. А я такой холодный. После этого, думаю, на нем зайдет, и там, может быть, катушка нужна. Левая рука хорошая, а вы правая. Данг, заходите. Так. Дайте чипсы. По губам дать. Если надо. Данг и Дексиона, заходите. Так, Зен, иди. Полинор, прыгай в Рештаму. Даже Джуса поражать из ДК нельзя. Ладно, из Морски давай в рейд, а в Раска иди. Все. Смоньте из Морского и Дексиону. Все. За фласками кинете обмен. Андрюха, ты на двух мобах, на черепе и на звездочке. А, Коля. В этом танчу. На сцене. Так, я вышел, но я здесь. Окей. Уфолах, на похуях. Под первый нажмет Саня сейв, под вторую вихрь Коля нажмет. Смоньте Полинора, Дексиону из Морского. А что там, всех кикнули уже? Что кикнули? Да. Если про это. Кикнул кого? Не будет. Сейчас просто на этой могут возникнуть проблемы. По урону-то фиксанули нас. Надо будет самых дамажек собрать. Ну, Лока не будет 50 тысяч ДПС. Да. Ну, сейчас я заберу чисто первую пусть. Сейчас ставлю рыбу. Из Морского ребафните, дайте ему фласку. У Сацуна, если что, фласка Дексиона, по-моему, должна быть фласка и так. Петя, не забудь, что ты лидер сейчас по раздаче. Угу. Не передумал варом играть? Нет. Ладно. Что не хватает FDK Кусяо Полинор? Лучше. Что? Инты не надо. Сидеть, хавать. Давайте, третья пачка... Первая пачка РДшников больше слева стоит, вторая пачка из РДшников больше справа, третья тоже больше слева, четвертая на сцену вообще уйди, и пятая где-нибудь центр им освободите. Пожалуйста. Что дать? Инту, интеллект. Все, давайте по пастику задержимся. Мукати, Чмыга, Сусуна, Анечка. Все, все готовы. Смотрите на полую в этого уфолога. Смотрите, ребят, аккуратно, не спешите. Андрей вылетел, наверное. Нет? Нет, не вылетел. Сверхи подбивает Чмыга. Разбежались, Саня, сейф отдай. Первая пати медиков, убегайте в левую сторону сцены. Вторая в правую. Третья, четвертая в центр ближе. Чтобы не терялись. Красного Андрюху, это будет вайп. Крипу без ауи не играем. Смотрите, не сорвите сферы. Сейчас заберите у Балонара этого. Андрюху Крашного? Крашного. Ну, да. Ничего.
Если стоит из морски прыгнуть. Нормально, из морски прыгнешь в митку. Заберешь телек. Нередко прыгни в мишку, заберешь звездочку. Уже сделали это. А из морского. Ну нахер Кельселя, блять. Саня, ну ты взял из неправильного футбол. А я. Подожди. Чели был на киселе, он согрел киселя и отъехал за один каз, потому что нельзя забирать киселя. Я знаю, просто почему череп на киселе был? Ты переключился. Кто-то переставил. Это переставит. Я понял. Все, извиняюсь, я виноват. Дай ББР по. Так, у кого там? Не лежь, дай БР по Будрейвену, из морски по топ-хайпу. Вот, Талдрама сейчас дерзы, которого сейчас танчит в Акате, забери из морски ты в мишке. Дайте ему либо Хагеру дайте. Забери, забери его из морски в мишке. Вот этого Талдрама. А Валанара? Валанара не лежь, забери. Вот сейчас, который череп, не лежь, прыгни в мишку, забери. Разбежались, Коля на змей сбал. КД. Сосуна отдал от них. Знаете, ну, вы заберёте, нет? Ну... Зачем келесеты забрали с меня? Да я череп переставился просто. ДБМ переставил. Поэтому забрали. Всё, не лезь, держи вот этого Валанара сейчас. А второго, который рядом стоит, Талдрама, ты из морски заберёшь. Из морски давай я тебе сферу подведу. Обижали. Алло, убегайте. Его просто тут на месте держать? Да, 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 да. Держи на месте. Угу. Че, играйте по Келесету? Из морского. Блять. Напульте в меня, на мне две сферы, я их подводил. Так, Небеска отдавала. Маска отдавала. Кусяла отдавала. Марсеза забежали. Ю, прожимайся. Закастуйте на Нелета. СС и на Илью. Коля, Коля, сзади эксферту. Сейчас еще одну притащу. Притащи. Талдрама бы вытащить оттуда. Вытяни оттуда Талдрама. Коля, я там нажму, и с меня возьми. Кайте, 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 просто кайте. Да я со щитом прохильте просто и все. Все, давай локать, Тань. Потанчит. Если есть свободный сет, закастуйте локать тоже. Залейте ману, пожалуйста. Вообще, закастуй гимна ману и куся Полинору Инер. Он ушаг вперед. Сейчас добивайте его Ланара, только разбегните, когда он поставать не будет. Разбежались. Босса не лутайте, Андрей тут? Заходи, если. А, Д уже дали, лутай пить. Он ролл епашим шмотки к вам забрал. Не пугает такая. Как о, катушка зато выпала. Это круто. Что там еще? И руки танковские. Видишь, как я качественно с вару ушел? Так, чтобы на него не возвращаться. Колю прохильте. Подстанивайте тактики. М-м-м.
хорошая левая рука, чему радуюсь. У нее без сотки-то она, но у нее очень статы высокие. Бля, теперь на трэше покурить не сходишь, вообще хуйня. Примерно одинаково с острова и катушка, плюс-минус. У меня он с острова. Не сильно отличается. Поэтому если с острова не нафармлена катушка, хорошая альтернатива. Скажем так, единственная хорошая альтернатива. На данном этапе. Так, ладно, давайте дальше. Руки не пахнут. Ладно. У нас же есть куча друидов, не спешите. 10 раз, 2, не по-моему. Андрей тут? Ладно, ему катушка не нужна, значит, катушка и Паша. Десятка. Это 2К Будрейвен? 2К Будрейвен. Раз, 2000, два, 2200 Тупхайп. Раз, 3000. Раз, два, три, кидай обмен, Макс. Так, Андрей, на тебя вот это вот упало, если надо. Может, на там, на аэродружку какого. 10 ЕП. Не лежь 10. Раз. Два. Три. Дальше. Не, ну понятно. Кинешь, как сможешь. Опа, отказываемся от колечка, а то можно распылить. Третье кольцо, ебануться. Да, ну 5000 стоит. Да не важно, Саня, блядь, 5000 это дохера фасок. Вон с Петей в прошлый раз дохера фасок наделали, и до сих пор хватает. А вы мои ему просто... Отказывать? Шмот падает херня, ну хоть, блядь, БУЕшки есть. Ну, катушка выпала, в принципе, неплохо. Ну, это единственный вариант. Хорошая шмотка катушка. Ну, сейчас, может, еще багруха упадет. Почему за свой счет гильдии так все отдает? Что мы уже? Мы две грани сделали? Уже третья будет скоро. А квесты, осколки там, что делаются? Осколки... Петя пока собирал, сейчас опакал. Выформит. 100 душ. Опакал, кстати, тебе задание до следующего целка, чтобы у тебя уже были квесты сделаны на душу. Чего лишь, блядь, хуйня. Делов-то. Может, стоит уже... расширять гильдию и на два статика идти. Нет. Двоим делать. Петя не играет. Будет. Ну, это тоже. Надо, чтобы второй статик был прям люди, которые ты доверяешь. Особенно РЛ прям сильно доверяешь. Потому что это начинается пиздец. Уже проверено. Ну, допустим, даже если половину боссов убивать будут, уже нормально. Ну вот смотри, это нужно, получается, людей отдать, на половину боссов пойдет.
Ну, там, короче, нужно много нюансов. Ладно, потом с этим разберемся. Сейчас убить надо. Так, кто здесь не был? И за фласками обмен кидайте. Маша, тебе фласка нужна? Петя, стой. Обмен за фласками, кидайте все ДДшные фласки. Пейте. Первую тогда я укус заберу. И отдам его. Буквально одну минутку отойду по-быстрому. На полетке рейндж держишь, прохиливая из тебя жмешь дубовку и встаешь хили с себя других. Взлетки. Рыбу поставил. Ешьте рыбу. Саня, джипси замени, мне нужно отойти, я не знаю насколько. Куда ливай с рейда? Наеми сможет зайти? Или джанг? Джанг, либо наеми, заходите. Сколько рейнджа? Джанг наё. Это кто справка? Не лев ты? Угу. 10 рейндж 8 метров. Лучше 10 даже. Просто твоя задача убегать либо на сцену, либо вот где мы сейчас стоим, или к стенке сам выпираешься и похиливаешь себя. Первая задача — найти место. Тебе никогда не бежишь через центр. Через центр всегда должен быть свободен. Бежишь возле стенки всегда. Не бежишь через людей. Там, где меньше количество людей, там пробегаешь. Да, хорошо, хорошо. Плюс один нужен, чтобы зашел. Лера, тут уже? Можешь зайти в Оксал? А Гламур может зайти? Ну, сейчас спросим. Гламур тут? Не тут. Ну, кликаем тоже. Я тут, но у меня лагает что-то. Не знаю, может, после обновы? Заходи все равно. Некого взять, просто чат кусать не будем. Ставьте в карт сразу Оксар и смоните. Сань, мы же сегодня не пойдем на фул? В идеале пойдем. Потому что, ну, я до 4. Плюс-минус 10-15 минут. Посмотрим потом, что будем делать. Меня завтра не будет точно. Доезжать будет. Значит, на понедельник что-то про нас станет. Ну, если посмотрим, что будет, если люди останутся, пойдем. Оксар, заходи, я. Блин, сейчас что-то у меня Вовка сломалась, я что-то зайти не могу. Ганг. Ошибку какую-то выдает. Ты, Саня, первый, да, укус ловишь? Да, я ловлю тогда бурстану и ловлю первый укус. Мы фласки обновляем, этого не... Да, обязательно. Выберите фласки. И чё, кстати, у меня что-то раньше не работает в ДБМе. Слэш раньше пишу. Блин, его знает. Ты просто смотри. Вот, твоя задача вот такой раньше держать между людьми, и тебя дамажить не будет. Вот. Окей. Вот такого хватит. Угу. Ни одного человека в таком рейнже по кругу не было. Угу. Буревестник, Паша. Зайти сможешь? Заходите кто-нибудь один. Наёми, джанг. Ну, заходи давай, Паша, буревестник, туда вылем. Не стреляли. Хотя, может, себя лучше в этого кинуть в Ршаму. Да, вывозим. Давай Полинор, наверное. Хотя, ладно, пусть он в Элеме будет лучше. Тоже массово проверьте на Маше. Так, я здесь. Здесь. Ну, уже пасха заходит.
Паша, кинь обмен за пласком. Так, тени сразу же выносим, не тупим, не ждем до конца. Когда пак подвигаться нужно будет. Я релок написал, положите 5 чек, плиз. Это что за бухнуло? Блять, когда я свое кольцо 232 поменяю, когда уже упадет хоть одно, а? Че ты хочешь? А, нет. Не тому. Да не, у меня в банке есть холодник, лежит там. Ставлю еще раз рыбу. И погнали. Это у вас босс или дальше еще пойдем? Ну одного точно убьем еще, а дальше посмотрим. Буревестника смотрите, и ребахнуть его. Будем, решим дальше. Убьем сейчас, пойдем в Альку и решим. Паш, принимайся. Каску поваром. Паша. Вы Лану бьете или Вальк? Лану. Ставьте еще раз. Паша, что с тобой? Что, заходить? Ну... Пока что Паша уже зашел, но он потом не принимает. Я нахожусь снизу, у принципа стою. А, так вот почему он сын не принимает. Нет, в плане я вышел, я не в игре. Давай заходи тогда, заходи. Полинор, Валема, Паша, ладно, вставай, я стою у принцов. Заходи. Ну что здесь урон тоже важен. Сейчас урона меньше будет, тютельку в тютельку может хватить. Давай, скиби десом. Сразу же на рыбу ешь, если надо фласку. Обмен мекинг. Нет, у меня все есть, у меня 13 минут есть. Все хватает, Саша. Ну, хорошо. Иди рыбу ешь. Восстанавливай ману. Так, меня еще не засумали, я уже добегаю сам. Да. Ребахните скибиди. Сейчас уже. Каску ему ловите. Хорошо. Готов, Женя? Топ-хайп, Влад. Стой, 10-20 секунд, блядь. Стоп. Не пуляй. Ну. Пиздец, мы 5 минут стоим. Да блять, я не знаю, что они кипят. Что такое? Да блять, я воду забыл включить. Ну, давай. Зачем вырубать? Там же можно просто панели убрать. Да, он что-то там не выключается, я не пойму чего. Просто выбираешь панельку и все. Все, погнали. Спасибо. Раз, готовность последняя. Ну, чуть-чуть подождать и убить этого босса, блин. Он у нас самый сложный удается, если... На первой секунде. Припоты все нажали. Это было неразумное решение. Такое.
Монокуса дал. В медведя. Что за хуйня? It's magic. Бултрю. Это вайп. Ну по вайп, да. Попробуем, давай. Андрей. Ладно, давайте вы уже зайдем, не будем время тратить. Это иди, Саня, назад. Отойдите кто-нибудь назад, один. И диван, Саня, закинь. Все остальные вы уже зайдите. Да диван спасает. Спасет. Если все сдохнут, спасет. Я сдох. Ох, пед. Ну ладно, какой-нибудь шаман встань. Не вставайте никто, все лежите. И знаешь, как на танк обкинулась? Он агро начал набирать просто и все. Вроде как да, из-за этого кидается. Перехватили зеркало и все. Зеркало, да, скинули, скорее всего. Ой, я нифига не взял зеркало. Давай, скибиди, Жень. Шибрин конулся. Но он недолго был. А должен быть второй он по агру. Кто-то из медиков просто, наверное, перехватил зеркало. Собственно, моя идея такая. Все, давайте дебаф сразу же. Юи, Войт, Ону. Встаем, 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 ребятки. Женька, ну зачем встал? Сказал же, не встаем с этого. Тыкнуть. А, шнурки из зеркала слыло. Зеркало словится, насколько я знаю, когда забегаешь вместе с танком, да? Ну так почему это не с огром связано? Ближе, чем второй танк. За 500 ЕП продам бафы и луны, кому кидать? Закидывай мне вначале, хотя меня не сильно крит бафы, поэтому закидывай. 500 ЕП давай начислять тогда. Все, давайте готовность. Блин, Жень. А, блядь, ну заебёте. Кто его, кто ещё? Стуху. Хуйня какая-то с Варкрафтом. Захожу. Зайдёшь ли? Или да, меня да, тебя? Захожу. Давай, готов? Да. Ну, поехали. Смотрите, зеркало не перехватите. Первый раз такой. Право. Я пока у тебя дам. Справа я буду отдавать дальше Будревену. А пока у тебя Доксионе. Слева. И ты побежал. Вот если есть ПСК, закинь. Тяни через 2 секунды. Чмыга. А я первый сейф на вихре это жму. Да. Кого ты сказал мне врыз потом? Доксиону. Иди нафиг. Бля, кот как раз. FDK побежал. Диванку нажал, окей. Нельзя ты на Арполону. Маша тоже по себе закинь. Локации, Женя. Разбежались. Будрейвен, там, где обычно крест стоял, там встречаемся.
Отбежали. А, вот мой пиздюк нашел его. Блять. Петя, а потом я... тебя. Петю откусил, потому что у Дрейвена рядом не было. Так, изморский винер по скибиди. Эмобой побежал. Андрей, как будет взлетка, закинь тоже инер какого-нибудь из его. С фотом. Так, еще можно укусить FDK, Будрейвена, ну, Кусяо, Марсеза. Я на FDK укушу, вижу, возле меня ли там. Я в шнурке укушу. Войд побежал. Ой, я тогда ровно. Да где, блядь? Почему не кусается? Бей техники быстрее. Перебав его. Изморский дах МБР. Да ладно, отдохну. Снова ранее дамажит. Дай БР. Давай, не ребафните его. Держите раньше. Сейвы отдали сейчас. Гимн на ХП, те свои сейвы раньше набрали уже. Кто может подхиливать, подхиливает. Ну, руки подхилите. Блять. БТ-тестер встанет, когда скажу. Вставай. Блять. О, не возьми его, Берни. Кучал его кушу. Бакать его кусил. Отдали гео, да. Чё, сейчас главное тени выносите. Должны прорубить. Войд ПС-ку отдашь, как только гео закончится. Кто не укушен еще? Сационы все хилы. Все хилы не укушены, не укушен Мобой, не укушен Кити, не укушен. Нелест не укушен. Изморский не укушен. Чмыга не укушен. Женек Изморского укушу. Да это хилы, все нормально. А хрен только дай, сука. Осколочка. Эстокен. Просто изи, ну такой легко, знаешь, не почувствовал босса. Да нет, ДПС все равно много. Особо не сомневался. Петя, осколок упал, да? Ну, в тот раз все равно было больше, намного. На. Тогда мы сколько человек, 5 упало, и мы там убили спокойно вообще. О, а я тоже вижу осколок для желтой. 8. Я его все видят. Так, и Петя не укусил. Камаш у этого блудрыла, а потом его перед носом кто-то укусил. У нихуя тебе кто-то мастер стал мастером, я прям в полете поймал. Так. Идем, если что, на Вальку, смотрите, там кому нужно. Заходите. Что, у нас один холипал будет летать, да? Ну да. Токен. Тоже 10 ИП. Так, 10 оф, Мобой, тебе же тоже на оф. Пиши оф, если тоже циферку есть. Первый раз хотя бы. Ну тогда и пэтсет на второй раз. По 10 оба поставим. В Акате первый, ну за 10 отдаю, если больше не ставить. Так, Дексиона тебе на мейн? Ну, там точно так же идет. На мейн тебе? Ну, значит, Валя будет ласт. Смотри, ты будешь голову лапать и одевать ее сразу. Дексиона. Дань, что ты замолчал? Ну все, кидай обмен тебе за 10 ИП. Так.
По охотницам играйте, массейф нажми со ставкой, если есть. Нажал только что. Все сам. Да, я рад, что мы убили с первого трая ванну. Что у нас обычно ванна, это прям ужас. ДПСа просто хватает. Бач. Коля, дай сейф, если есть. Войт, если есть гимн. Гимн. Чисто. Ну, если есть. Да, не закинуть, короче, обмен. Так, дальше. Воин-охотник. Вот это вот хуйня. 10 ов. 10 мейн марухи. Раз. Два. Три, кинешь обмен. Сейчас с хантов, конечно, переделают, и думаю, бешеными станут. Как и Лема. Да блять, мне кажется, надо вот просто не фон хотел бы поиграть. Лена. Может быть, просто по формуле там что-то они не так сделали, поэтому не скалируется что-то. Я не думаю, там что. Там уже висит по тему на фоне, что там стаки проебывались. А, еще же. Все, бета-тестер еще упал. Так, ты от чего упал? Где лизал? Или сам виноват, кто видел, как он сдох? Он или... сдох, резнулся, ты ему сказал. Там типа. Ну, это... себе тоже минус. Первый раз как сдох. На убил он возьмите. Просто. Никто не хилил. Я сам себя хилил, он там маловато был. Ладно, тогда я себе минусану за то, что я сказал вам себе встать. Даже не так, тебе минус 150, мне минус 150. А чё... А мне страшно. Не хилятся, что ли, энхи? Там же нормальное СПД у них. Он когда вставал, не мог успеть захилиться. Я имею в виду перед... Я про второй раз по моей вине он сдох. Я про первый раз спрашивал, когда он первый раз сдох. Первый раз я на взлетке умер. Ну, ты раньше не держал или просто не прохилил? Прохилили просто. Ну, талант. Я хилился, он там по полслаба отрывает, я же говорю. Так, ладно. Я уже отдал Полинор токен. Там еще пока он некрасиво подошел ко мне, я видел. Ну, на какой фазе смотря. Так, Андрюха, возвращаемся опять к этой же цели. Пушка. Вот последняя взлетки. Ты прям. А, там где возле лужи? Да. А. Сова или этот? Если не сова, то я не Лешу за 10 отдаю. А посох говно, если никому не надо. В смысле, ты же точно такой же посох забрал, он абсолютно такой же. Кидай обмен. Я забрал посох похуже. В смысле, но по факту, посадом, что и этот, что и тот, говно, два посоха. Ну, я согласен. Дай обмен. Ладно. Было 10. Ладно, Бэтчик, когда тебе не снимаю, себе снял то, что я тебе сказал, кстати. Вратска, тебе же босс нужен был, да? Да, я тут уже. Кому босс еще нужен? Только с ума. Валька, если там. Пишите, Дрипси, Мистер Бонд, Буревестник. Кстати, Мистер Бонд хороший кинжал падает на первое время. Этого. С кого? С Вальки. Там белый урон высокий, в общем. 1-4 на мутика. Там он высокий, да? Неважно, он белый урон очень чистый и большой. Поэтому он неплохой. В правую руку. Ну, давай. Ну, я тоже, я ненадолго, я минут на 15, я, наверное, синдру уже не так может. Мы не пойдем на синдру. Уже много сказал, что не пойдем. Сейчас мы зачистим трек тогда. Добьем. Пойдем отдыхать. Ну, тогда на понедельник будет допронос. Ну, если... обычно нормально идет синдра лич. Ну, синдра, да. Хорошо заходит.
Так, а, блин, а я всегда считал, что самый сложный босс это вот это кровавое. Я не знаю, почему все Синдру считали сложным боссом, блядь. Вот эта кровавая, она всегда, блядь, на ней запоры. Кровавая самая тяжелая. Я изначально говорил, что она в чем-то сложнее Синдры, в чем-то легче. Она сложнее, потому что там больше индивидуально челик затупил и все. Так, тогда Маруси что ступит, мистер Бонд, Джипси, ну, сейчас тоже Джипси, мистер Бонд, сегодня. Женя, на расплыву еще эту шмоточку. А, тебя не было на этом боссе, тогда не могло быть. Ну, Полинар-то был, он тоже может сказать. Я ему отдам. Он просто не здесь пока что. Чего он там не даст? Все одеты будут к тому моменту. Убьем. Начнем минусовать по 1000 за врезание духа. И убьем. Получается сброс ИП? Для кого-то будет сброс. Я просто знаю для кого. Леня, Женек сразу. Что-то еще. Женек сегодня 3 раза словил духа. Просто больше всех. Топчик. Ну, пухи люди не снимают, некоторые еще сегодня видят. Бля, там я буду отбегать, а тут я... Я не знаю, поставьте адмиралский ДБМ, он сразу снимает пухи. Кстати, да, я бы сказал. Я вам даже больше скажу, вы охуели, ну, в актуале на ребре. Да, ребро. Ребро будет пиздец тяжелым. Ну, знаешь, Андрюха, здесь знаешь, кто был на удивление пиздец жестким саурфан, блядь? Ну, били саурфан, блядь, жесткий переапан и был пиздец. Почти убили. Ну, перестарались они немного. Кидай обмен. Прими. Он зато интересный был. Вот он лучше, того, лучше бы его оставили. Так, пока не пуляйте. Враска сразу свою черепашку вызывает. Маша вместе подожди, с вами полетает. Да, сейчас. А надо сумануть сначала. Сейчас еще не перекинул. Марухич из Морский на замену идите. Так, и Джипси в рейд. Кому-то еще надо на замену один? Еще один человек на замену. Любой. Там кому-то давай. Нужен этот? Плач нужен. Ну, давай я пойду. Не, Кусяо пойдет. Все. Давайте. Ставьте в каф и погнали. Кусяо, Марухич и Изморский. Улетайте, последний босс и расходим. Так. Я думаю, здесь надо Войду по этого холика стягнуться нахуй, чтобы здесь тоже захуели. Не, пусть остается с ПС-кой, и ПС-ку будет Сашке закидывать, он будет приходить там периодически. По МС-ку Сашке. Саш, тебе луну дать? Ну, да, когда он скажет, закинет. Прям говори, когда. Еще знаешь, сколько сейчас я крита, Саш? Сосунка. Сейчас скажу. 40. О, наш полтинник. Вот. Ну, там больше с модификаторами. Мистер Бонд, смотри, рыбу ставить даже не буду. Так, вот пойдем. Прочекай под Герой, короче, с Илоны, сколько у тебя будет. А что, Гера? Гера не дает крит. Гера увеличивает крит. Нет. Андрюха, что это твой шарм? Если ты что его убрать, ты не такой мощный будет. Так, квадратик поставил. Подавление вышло. Никто стерил не кинет? Ну... Давай я пока, вот, минус 1000 сразу. Вот, блядь, надо было сначала кидать, а потом договариваться.
Капец, просто потом бы сразу минус 1000 дал бы. Бегите от лаудыря, как взрывется. А чё минус 1000? Было ж минус 300. Ну, а сейчас будет минус 1000. Хуя цены растут, блядь. Как за хлебом в магазин сходить. Если минус 300, то там ещё к трактористу надо заходить. Да, можно наведаться к трактористу. Прохите Полидора кто-нибудь, это он стоит АСК, наверное. Сзади стоит, если что. Саня, скажешь, когда поездку закинете, когда выйдешь? Интересно, а если под конец хила ее закинуть истерию? Бля, ну зачем? Ты просто все. Они смогут выхилять или нет? Не надо. Просто пока всех удивишь. Скажем так, хочешь минус 1000, можешь проверить. А там больше урона будет, оно процентов. Только Юи, прохильте. Залейте все свободные иннеры по скибиди, все, которые есть. Это подводи поближе трэш, чтобы это... Чтобы того и того танка листвовал. Алло, блин. Давай, скибиди, Женя, ты с левой стороны больше кинешь, вот с правой. Так, я в середине всех достаю. Ну, видишь, до кого-то там не листвовал, видимо. Ну, если танчить там, блядь, на выходе, на хлобу. Кстати, трудный босс, если идёшь с пугами, никогда не хилил сам, и твои хилы не знают, как хилить, летать. Не надо заходить с пугами, вот и все. Нет, было веселее. Что в 10-ке, что в 25-ке в обычке, чуть ли не ретриками хилится. Ну, что ж, по поводу... И ВК, приходи в понедельник, викиндов, возможно, добьем. Если быстро закроем синдром лича, добьем, пойдем еще ВК. А пока он нужен двойблокер. И Женя, ВК, тебе не будет возможность блокера сделать? Я тебе по деньгам помогу. Что там надо будет? Я блокер буду делать, Саша. Ну, блядь, ты пока еще сделаешь. Слушай, у меня уже, блядь, он на рыбакашке танчит нахуй на пол. Саша Беску скажет, когда. Видела меня. Женя, Локачи или Шнурки, кто-нибудь из вас может сделать блокер? Папаха поможет сделать блокер, у меня собран уже кусок. Вот его попросите. Так там не кусок же. Нет, я говорю, ну там а также трэш будет убиваться, как об Петю, ну просто вару это будет легче, чем паладину. Ну, мое мнение. Паладин, а блокер что долго делать? Паладин, ну, это у Пети спрашиваю, я абсолютно не шарю, что нужно, где что нужно. Кольцо, кстати, походу у меня на ульте лежит, я кольцо могу чуть-чуть отдать. Я тебе вот отдам, блядь, продавай его. Я не знаю, решайте, кто делать будет, не в принципе, могу. Но есть, ну, можешь? Только проблема в чем, типа... Это к Пете все вопросы, давай, и он тебе все расскажет. Не в этом, типа, там же потом через неделю две галеры рейдить будет. Ну, он честно, мне... на нубу ты заходи, что будешь. А? Саш, ты скажешь тоже про эту Илуну перед уходом? Куда-то про Гео. Ты там уже у него, наверное, стаков миллион. Я, ой, не знаю. Он... Я забыл, короче. Ну, сейчас я последний раз слетаю. Он, блядь, молчит, я тоже молчу, мы все молчим, но, в общем, у красавца. 45 стаков, сейчас 50 минут будет. Сейчас за два коста захилишь, блядь. Мол, бейся. Давайте делаем. Ю-ю-ю умирает. Аня, захил. Слабо хилит. Все, это все есть, он хилит, я ему помогаю. Сейчас мы все заебашим, Сашку ловим. Кастуй, кастуй, что ты? А, это шоки, что ли? Да. И все. Еще такая истерия. Хуяк. Ну, в общем, если бы не я, мы бы не захилили. Шоки хилят 300 тысяч, а Холи Лайт 280. Дайте хоть пояс латный, а? Ой, блядь, все в пизду. Нихуя. Нихуя. Все, ладно, всем спасибо. Нифига, целых два, блядь. Все, давайте котам. Сейчас коты, блядь, охуеют.
мурчать будут. Не, коты отдыхают, мне кажется. Не, ну кольцо хорошее. Не надо. Не, нормальный лут. Когда Толгородской не было. На две руки. На две руки. 20.